Васю критиковали за то, что он дружит с агентами, с футболистами, и что... Он не дружит с агентами, он смотри. И что это мешает ему быть объективным на самом деле. Я как тебе... с Радимовым. Это смотри, правда. Я расскажу. Отношение меня это мешало. Он будет ругаться, наверное. Ну, он бы ругался бы, наверное. Я расскажу вам одну историю. Я тогда работал, ну, как-то сотрудничал, был близко с «Динамо» Москвой. А он просто, ну, не было ни одного репортажа, чтобы он Гурама Аджиева не причесал. Ну, просто ни разу. Вот что бы ни делала «Динамо Москва», все было плохо с Аджиевым. Я ему звоню, я говорю: «Вась, слушай, ну я как-то тут так связан, давай, слушай, я тебе ничего не прошу, давай просто с Аджиевым пообедаем». Он мне говорит: «Старик, послушай, смотри, я со Смородской помирился, и если сейчас я помирюсь с Аджиевым, кого я хуя сусит?» Yeah.